там даже митинги пошли, там больше не собиралось, там митинг перед администрацией и так далее. Мы считаем всю область, и мы считаем не то, как бы там не то. У нас человеческий фактор присутствует, но у нас еще, кроме этого, 21 индикатор, который мы собираем как бы со всех источников, ну, да. И делаем там через некую модель уже как бы общую, как бы общее состояние, как бы, ну, общую модель субъекта, не города, субъекта. С городом тяжело, честно говоря, знаете, вот мы уже думали, как вот делать. Очень сложно. Вы знаете, города разные. Ну, смотрите, вот если мы берем конкретно, да, в Рязани больше, чем 500 000 населения. То есть это такой, по российским меркам, это большой город, да. Но второй по величине город Рязанской области — это Касимов, там в районе... То есть, по большому счету, Рязань, да, население, это самый главный город, который формирует... Субъекта. Да, субъекта, он формирует все, что субъект, потому что все остальные города, они маленькие, то есть какого-то там города конкурирующего даже близко нет. То есть, исходя из вот этих данных, мы можем говорить, что если в Рязани все не очень хорошо с экологией... А вот коллеги, да, приходят, молодцы, здорово. Большой урон экологии нашего города, если взять сооружение, на втором месте там много. А еще я с тобой разговаривал, подумал, это пока невозможно сделать. Ну, вообще, да, большой проект, который или там, ну, нацпроект, в том числе вот проект, нацпроект «Чистый воздух», да, так там в качестве проекта 12 городов, сам, ну, это сам, сейчас их все не смогу перечислить там, но тем не менее, те города, которые вы вот здесь разумевали, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, там 12 городов, которые подлежат в особому контролю. Да. И снижение на сейчас половину по последним нашим проектам, половину уже снизить выбросы загрязняющих веществ в таких городах. Слушай, ну на самом деле действительно города, это все-таки вот особенно 500 000 или больше, это действительно место различных антропогенных моментов, то есть начиная от промышленных предприятий и смотрите. Так, давайте еще раз, еще почитаем сообщение. Макс Кузнецов, не так он построил, а что-то не проведено. Да? И Струев, Засарион. А, дальше, Ульяновск, район Нового города. Сажать деревья недостаточно. Потом, например, на проспекте Пустинова клены краснолистные. 2900 стоимость одного дерева. Осталось два дерева из всех посаженных вдоль проспекта. На перекрестке Якурного и деньги потрачены, а результат нет. Я из города Головского выбрала. Председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» был на связи с нашей студией. Да, давайте вернемся к проблемам экологии. Мы это делаем в наших регулярно.
регулярно, дорогие наслушатели. Оставайтесь на волнах Радио России. Анатолий Кругов, Валентина Веретенникова. После маленького вернемся вновь и отправимся в новую студию. Радио России. Разное время. Ну что ж, переходим к следующей теме. Тема хорошая. 28 октября после недельного перерыва начал вновь работать в Новосибирске академический молодежный «Глобус». На связи с нашей студией Ирина Рудковская, наш коллега из Новосибирска. Ирина, здравствуйте. Да, добрый вечер, коллеги, Анатолий и Валентина. Рад вас приветствовать. Действительно, у нас была остановка работы театра, молодежного академического театра «Глобус», и не только его. И хочу просто немножко напомнить историю, как это все происходило. Эпидемиологическая ситуация действительно в регионе, как и во всей стране, она достаточно на данный момент напряженная. И, безусловно, как люди, так и артисты театров испытывают определенные сложности, уходят на больничный. 22 октября по 27 в Новосибирском академическом театре «Глобус» были приостановлены все спектакли. Об этом сообщил театр, и вот 28 числа они вернулись к своей работе. Театр, но еще некоторые другие театры городские, это и театр Афанасьева, и театр Красной Сатины, они свою работу. Так, после длительного перерыва, в летний период, когда многие репетиционный свой процесс как в онлайн-режиме, так и в офлайн-режиме. Они вышли на работу в середине сентября, достаточно успешно. Зрители их ждали, потому что мы провели ряд спектаклей еще и в конце вот предыдущего сезона, перед летним периодом. И, безусловно, с большим ожиданием, с большими овациями начался театральный сезон. Но, собственно, ситуация начала накаляться, и вот таким вот образом у нас сложилась ситуация с болезнями отпуска. Мы каким-то образом пытаются друг друга заменить, но не везде, не всегда получается. На сегодняшний момент вот общую такую ситуацию, в частности, от директора театра «Глобус», перед тем, что часть актеров была больна, и нам нужно было прервать вот этот цикл. Но вот мы ушли с таким количеством людей, находящихся на больничном, с таким количеством людей мы не выходим. Сейчас, когда мы находимся в этом,